Сейчас о серьезном. Многие, когда сюда входили, получили некую такую анкету. Есть такие? Анкета есть у вас? Поднимите ее, пожалуйста. Вот. Если вы хотите получать повышенную стипендию, если вы хотите быть всегда на виду, если вы хотите чаще встречаться с ректором и ректоратом, если вы хотите просто получить огромное количество знаний военмеха, ее надо заполнить. А когда вы ее заполните, ее было бы неплохо сегодня при выходе из зала опустить. Вот у девушки будут держать такие почтовые ящики на выходе туда. А потом специальная группа, специально обученных студентов военмеха посмотрит, кто из вас может поехать с ночевкой на школу студенческого лидера военмеха. Двухместное размещение, шестиразовое питание, с кем вы будете жить, вы выбираете сами. Место со мной уже занято. Это я так, на всякий случай. Ну что ж, сейчас остается, наверное, нам дать старт в учебный процесс. Попробуем его сделать вместе. Ну а по окончанию этого старта будем... Девушки, я еще не сказал, куда вы выходите. Так и не вернитесь. Такая непослушная маленькая, непослушная. Она за ящиком. Ну что ж,